Сегодня приготовлю лазанью с баклажанами. Не буду использовать листы для лазаньи, а вот буду использовать баклажаны. Они такие красавцы. Посмотрим, что получится. Доброе утро. Подготовила курицу. Сейчас ее перекручу на мясорубке. На 220. Включаем, допустим. Еще лук порежу. И потом будем жарить вместе с мясом. Конечно, так быстрее лучше, чем удохаться на жопе. А сейчас будем собирать нашу лазанью. А вместо классического пармезана я буду использовать сыр Парма торговой марки «Золотая линия».
отправляю в духовку 20 минут. Смотри. Давай, вообще красиво. Вот. Видно. Ладно, не очень. Скажи. Руглый сколько у меня. Можно продавать, начать. Сейчас займусь. Доготовлю и пойду продавать руглый. Как считаешь? Обязательно. Вид, конечно, очень красивый. Так сложно. Очень горячий. Ну, это круто. Скажу тебе. Это очень вкусно. Советую попробовать вам приготовить это блюдо. Приятного аппетита.